Российский форвард Вашингтона Александр Овечкин принял участие в игре регулярного чемпионата НХЛ против Питтсбурга 3-1. Этот матч стал для Александра тысячного в составе «Капиталс», за которых он выступает с 2005 года. Овечкин – первый россиянин в истории НХЛ, сыгравший 1000 матчей за один клуб. Овечкин стал первым тысячником в истории Вашингтона. Рекорд «Капиталс» по количеству игр Александр установил еще в феврале. В сезоне 2017-18 Овечкин провел 79 матчей, забросил 45 шайб и отдал 38 ассистов. Будь в контакте со спортом.